Здравствуйте, меня зовут Евгения Кузнецова. Я веду нейрофизиологическую гимнастику по методу Фельденкрайза. В этой гимнастике используется много трюков, основанных на законах физиологии, неврологии. И поэтому малые движения с небольшой амплитудой и выполняемые медленно имеют такой колоссальный эффект на организм. И в рамках рассказа о физиологических механизмах мне бы хотелось поговорить о том, как правильно питаться для того, чтобы оставаться стройными. В этом месяце мы с вами обсудим, как есть, в какие часы это делать правильно, что есть для того, чтобы худеть, когда следует пить жидкость, чтобы она нам помогала оставаться стройными, и стоит или не стоит исключать сладкое из своего рациона. Вы узнаете эти секреты и сможете есть и худеть, оставаться стройными. И параллельно с этим мы будем с вами делать уроки по методу Фельденкрайза, которые тоже будут помогать нам худеть, улучшать обмен веществ, улучшать работу пищеварительного тракта, улучшать работу кишечника, поднимать эмоциональное состояние, улучшать движение и собственную чувствительность в движении и от этого становиться стройными, грациозными и привлекательными. Присоединяйтесь!